Начал выпуск с главных тем. Считанные часы остаются до наступления самого волшебного праздника Нового года. Это время, когда мы мечтаем о хорошем, строим планы и делаем все, чтобы притворить их в жизнь. Ну и, конечно, дарим и получаем подарки. Власти Дагестана передали новогодние подарки сирийским детям в городах Дамаск и Хомс. Регион поддержал инициативу Минобороны России и отправил гуманитарную помощь Сирийской Арабской Республике. Сопровождал груз первый заместитель руководителя Минпромторга региона Рашид Мурзаев. Он также принял участие в совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики по возвращению беженцев и восстановлению мирной жизни в Дамаске. По возвращении председатель правительства Дагестана Абдулфатах Амирханов вручил ему медаль Минобороны России за укрепление боевого содружества по итогам участия в двух гуманитарных миссиях. И выразить благодарность ООО «Трон», который выступил как инициатор, как спонсор данной акции. Это серьезное предприятие, которое сегодня размещается у нас в республике и планирует строительство завода по производству сухих строительных смесей. Спасибо вам тоже большое.